Всем привет, друзья, канал Масалим. По работе у нас Cherry Tiggo 7 Pro. Автомобиль приехал к нам, сделали шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатная шумоизолярка. Пол в багажнике. Небольшой кусок пенопласта, по небольшой полосе на задних арках. Это одни из самых шумных мест автомобиля. Несколько полосок в дверях. Также небольшие квадраты присутствуют на полу в салоне. Смотрим также, видите, 4 полосы. Владелец жалуется, что шумный автомобиль. Готовим поверхности и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Tiggo 7 Pro. Проклеим у нас пол в багажнике, задние арки крылья. Также обработана крыша. По дверям смотрим, нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Проклеили второй слой. У нас шумопоглотитель Integra 6 мм. Также обработали третьим слоем. Это у нас вибропласт, толщина его 2 мм. И закончили работу по проклейке пола в салоне. Продолжаем работу. Закончили клеить шумоизоляцию на Cherry Tiggo. Проклеено шумопоглотителем пол в багажнике, задние арки. Обрабатываем мембранной шумоизоляцией. Такой же мембраной мы обработали пол в салоне. Блокшот 7 мм. Крыша обработана мембранной шумоизоляцией. Skyline используем 7 мм. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт толщина его 2 мм. И четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях. Наносим на дверные обшивки. У нас эксперт, толщина его 15 мм. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!